Эй, всем привет! Меня зовут Владислав Темисов, и я ученик HDU, Ханчжоу Дзянзи University. И меня сюда послали China Study. И сейчас я нахожусь в прекрасном городе Шанхай, потому что я приехал сюда на свои каникулы. Так что компания хорошая, меня отправила, все хорошо, нашел себе друзей. Учеба интересная, все интересно. Сейчас мы можем увидеть шоу, которое происходит сейчас. Все круто, я из России, города Владивосток. Прекрасный город, мне он очень нравится, если что, приезжайте. Вот. Ну что, это Китай, интересная страна, интересная культура. Китайский язык, может быть, очень немного сложноват, но это ничего. У вас все получится, ничего не бойтесь, приезжайте сразу после школы, на бакалавра, мастера, без разницы, все вас устроит. Все будет хорошо. Всем спасибо за внимание.